Да ты по-моему, я давно не играл после того, как я играл. Ты по-моему, не могу играть. Олейников Татарин, третий стол, до двух побед. Лёшкин Михаил Гольц, шестой стол, до двух побед. Безиков Рыбкин, пятый стол, до двух побед. Wait.
подкинул скалу. Я говорю, преподаватель. Что за исполнение? Короче, 1-0 преподаватель. Ай-яй-яй. Вы нечестны, блин. Я с дяденькой играл. Семь, восемь. Семь. Не знаю, не появилось. Не, ну там Морозова, Кучаев, 4-й стол до 2 побед. А тебе надо было свои игры выиграть. Ты ни разу так по прямой не ударил себе. Тебе надо было слева по прямой ударить. Да я тебе так по прямой. Он начинает его поливать, он не успевал, начинает его никто не ударить. Уже сколько метров, он вообще не добивает. У него тема такая. Да. И по прямой тоже, да. Диагональ делаешь, он уже его ждет. Он ушел на его сторону. Да, нам поиграть на цифру. Да, я писал на цифру. Да, цифру. Суд и пром. Суд и пром. Куда? Ох ты, вот это будет Он такой самый тяжелый. Да, тягучий. Ну, как все защитники. Мы его легко помогли. Да, он бы хорошо. Третий стол называется первая четвертьфинальная встреча Яшин-Кузнецов.